Любишь ли ты Новый год и почему? Да, я люблю его, Новый год, потому что Дед Мороз приходит, Снегурочка. Дед Мороз и Снегурочка, можно стихи рассказывать, песни петь, играть, дарить кому-нибудь, поздравлять бабушку и дедушку, песенку спеть, веселиться, играть, встречать Новый год. Можно еще загадывать желание, подарки. И не поздник, можно наряжать елку. Ждешь ли ты Деда Мороза и Снегурочку? И зачем? Дед Мороз приносит подарки, можно загадать желание. Потому что они один раз приходят. И они красивые. Потому что я хочу получить подарок и с ними поиграть. Игрушка будет машинка под баянем. А машинка будет ехать на пульте. Я жду Деда Мороза, Снегурочку, машину, лимузина. Как ты будешь поздравлять своих родственников? Дарить им открытки, читать стихотворения. Можно купить открытку в магазине, цветочками украсить ее. Кирюша моему, я хочу дарить ему новую тетрадку. Я расскажу стишок. Нарисую что-нибудь. Куплю маме открытку, цветы, а папе подарок. Наступает Новый год. Что он людям принесет? У каждого, кто трудится, кто честен, добр, дел, пускай желание сбудется, чего бы не хотел.